Для отделения вольной борьбы станицы Петровска этот год юбилейный. Вот уже 40 лет они готовят спортсменов, которые становятся чемпионами не только Южного федерального округа, но и России. Среди победителей есть и девочки. Подробности в следующем материале выпуска. В отделении вольной борьбы станицы Петровска занимается 525 ребят. Будущих чемпионов и чемпионок растят 6 тренеров, благодаря мастерству и профессионализму которых славянские спортсмены громко заявили о себе не только в крае, но и стране. По этому году у нас очень хорошие результаты и на первенстве края, первенство Южного федерального округа. У нас 3 победителя, которые отобрались на первенство России, которое будет в Московской области проходить через 2 недели. Так что пожелаем им удачи, чтобы они закрепились в сборной России и выступали уже, конечно, на международных соревнованиях. Заниматься вольной борьбой сегодня приходят и девочки. Елизавете Харченко всего 12 лет, а она уже призер первенства края и ЮФО, неоднократный победитель краевых соревнований. Самое сложное – это когда заходишь в какие-то сложные захваты, ну, и долго думаешь, что из них делать. Вот. И самое сложное – справляться с страхом, который перед схваткой. А вот Карине Козубенко удалось одержать победу во всероссийских соревнованиях. Карина – чемпионка России. В финале очень трудно было. Девочка очень серьезно тоже готовилась к этим соревнованиям. И победил, как бы сказать, сильнейший. И были схватка очень хорошая. Счет был 6-10 в мою пользу и выиграла схватку. Чтобы добиться таких высоких результатов, необходимо постоянно тренироваться. Ну и, конечно же, иметь силу духа и волю к победе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».